Я там себя могу увидеть, да, если что. Вітаю в ефірі телеканалу «Відкритий», працює прес-центр. В студії з вами я, Наталія Гейман. І сьогодні ми поговоримо про те, куди звертатися і що робити, якщо ваші родичі стали наркозалежними. І про це нам розповість Андрій Шаповалов, керівник РЕП-центру. Да, добрий день. Доброго дня. Розповідайте, будь ласка, перше мене цікавить, як виявити, що ваші родичі стали алко- або наркозалежними? Тобто, які перші ознаки, крім того, що людина, ну, можливо, буває неадекватною? Когда родные уже знают о том, что их родной человек, да, там, уже там злоупотребляет алкоголем или употребляет уже наркотики вовсю, то это, к сожалению, бывает очень поздно. На ранних стадиях, когда те же самые подростки просто начинают пробовать алкоголь или пробовать наркотики, отношение родителей к этому, оно очень толерантное, очень лояльное. Дети в 14, некоторые в 13 лет уже имеют какие-то такие разовые эпизоды употребления алкоголя или наркотиков. И не все из этих детей, конечно, станут там наркоманами или алкоголиками, но то отношение родителей, которое есть к этим детям, оно достаточно, ну, лояльное. Но если бы родители относились к этому феномену как к тому, что ваш ребенок играет в русскую рулетку, и игрушка, которую он держит, это пистолет у виска, то, может быть, было бы гораздо проще и предупредить ребенка в отношении того, что это может к чему-то его привести. И тогда, просто я сейчас как раз готовлю вебинар на эту тему, именно буду посвящать его именно родителям подростков, потому что, как правило, часто бывает такое, что лето – это тот сезон, когда дети находятся вне, скажем, внимание своих родителей, да, они там, кто-то в лагерях, кто-то в деревне, кто-то еще, кто-то где-то, и у них чаще всего, по опыту моей работы, происходит первое знакомство с психоактивными веществами. И вот, когда они уже приходят в школу, они начинают делиться, как они провели лето. Они не только купались и не только загорали, но они еще что-то пробовали. И они с удовольствием это делятся со своими одноклассниками. И вот эти вот первые признаки, когда вдруг у ребенка меняется резко настроение, резко меняется смена компании, резко меняются какие-то интересы, резко меняются какие-то внешний вид, и вдруг он становится агрессивным, ведет как-то себя уже не так, как он вел себя раньше, у него появляются какие-то материальные затраты, он постоянно просит какие-то деньги, то это уже первый признак того, что с вашим ребенком что-то происходит не так, и уже надо уделять этому внимание, пристальное внимание. Ну вот это вот так вот в двух словах. Как увидеть и на что обратить внимание. К сожалению, наркотики сегодня, современные наркотики, которые употребляет сегодняшняя молодежь, их очень тяжело заметить, потому что они действуют очень небольшой срок, там, до 40 минут, ну, максимум час, да, то есть период интоксикации длится час. И когда ребенок приходит домой, то по внешнему виду не скажет, что он употреблял наркотики. И это очень сложно, на самом деле, не каждый ребенок в момент интоксикации, то есть после того, как он сразу употребил, он идет домой. Если бы это произошло в первые два раза, то родители бы сразу увидели. Но, как правило, дети, они когда уже входят в систематическое употребление, то тогда уже родители начинают замечать какие-то, ну, так сказать, вот неадекватное поведение своих детей. Вот тут, к сожалению, это так. Ну, и куди звертатися, да, от батькам, родичам, тих, хто все ж таки став жертвою, да, там, алко- чи наркозалежності? Ну, прежде всего, ну, обращаться нужно к специалистам, то есть к тем людям, которые работают с этой проблемой. Да? То есть это психиатры, это наркологи. У родителей существует, к сожалению, какой-то страх того, чтобы признать, что у моего ребенка есть проблемы, связанные с алкоголем или с наркотиком. К наркологу, к сожалению, они идут в самую последнюю очередь. Они обходят всех психологов, они обходят
каких-то там врачей, невропатологов и так далее и тому подобное, но нарколог – это человек, к которому они приходят в последнюю очередь. А все это время у ребенка проблемы все больше, больше и больше, и сама зависимость, она начинает приобретать все больше, как бы вот, ну, более страшную форму, так сказать, да. Вот. Поэтому если есть какие-то вот моменты, что вы заметили, что с вашим ребенком что-то не так, не бойтесь сказать себе, что вашему ребенку нужен нарколог, и обратитесь к наркологу. На любой нарколог, там, это может быть частный нарколог, это может быть государственный нарколог, это может быть там, еще какой-то там, я не знаю, ну, в общем, они понимают клинику, они знают, что с этим делать. То есть, и они всегда, ну, скажут правильный путь дальнейшего, так сказать, действия родителей. К сожалению, на сегодняшний день, может быть, я не знаю, может быть, они и есть, но я пока еще не знаю о том, кто работает именно с подростками. Когда-то у нас в Днепре был центр, который я возглавлял и писал программу подростковую, и мы работали с подростками. И у нас было очень много подростков. Самому маленькому ребенку было 10 лет. В 12 лет уже были дети, у которых сформированная зависимость алкогольная была. Чаще всего это были дети 13, 14, 15 лет. То есть это дети, которые лежали на стационаре, получали уже такую, ну, как бы реабилитационную помощь. Сегодня, я не знаю, есть такой центр или нет, поэтому я говорить не буду, да, то есть знаю, что на Западной Украине коллеги мои, они меня приглашали, мне там не удалось попасть, но они открыли такой центр подростковой именно реабилитации. Что касается нашей, как бы вот, области, я не знаю, но частным образом, я думаю, что может помочь любой нарколог. Ми говоримо про залежність. Да? Дуже багато хто говорить, що це хвороба, да? Там алко-наркозалежність. От ви можете пояснити, що ж це насправді таке? Це хвороба чи це, ну, якась психологічна залежність, яка, ну, не може кваліфікуватися як хвороба? Ні, ну, безусловно, це болезнь. Наркоманія, ну, з точки зрения, как бы, вот, психіатрії, це невроз. Это, ну, самая натуральная болезнь, которая требует именно лечения. Да, на первых этапах это та болезнь, которая требует сугубо медикаментозной помощи. И, может быть, даже вот при современных наркотиках эта медикаментозная помощь длится достаточно долго, потому что препараты, которые принимает сегодняшняя молодежь, они очень пагубно действуют на центральную нервную систему. И потом, чтобы восстановить функции, как бы, мозга, нужны медикаменты длительного употребления, такие как там антидепрессанты или там корректоры поведения или корректоры настроения. Да, то есть это химия, которая очень пагубно влияет на мозг. Да. То есть то, что было раньше, это были препараты, скажем, там, ну, МАК, которые там за 5-6 дней и все, и уже медикаменты не нужны. Дальнейший этап – это, безусловно, этап психотерапии и реабилитации. Туда, в этот момент человек погружается уже не просто, он, как бы, у него происходит взгляд со стороны, а у него происходит взгляд изнутри самого себя, что привело его к наркотикам, какая его боль. Ведь как обычно люди думают, да, что люди идут употреблять наркотики или алкоголь ради удовольствия. Нет. Люди идут в алкоголь или в наркотики, убегая от боли. Наркотики и алкоголь не приносят удовольствия людям. Если каждый день человек будет получать удовольствие, оно уже не удовольствие, да, по определению. Это мы можем там раз, там, я не знаю, в месяц или раз в две недели выпить, и это приносит удовольствие. То алкоголику или наркоману психоактивное вещество удовольствия не приносит. Но жить в реалии ему еще больнее, чем жить, как бы, не в реале. И поэтому наркотики или алкоголь – это является, как бы, наркоз для его мозга. Он просто отключает свои эмоции, отключает свои чувства, отключает свои мысли. И тогда ему легко переносить ту боль, в которой он живет в настоящем времени. И задача специалистов, реабилитологов – это уже понять, в чем его основная боль. И помочь с этой болью справиться и жить дальше. Ведь мы не говорим о том, что вы не будете хотеть. Мы можем сделать так, что вы будете понимать, как жить дальше и не употреблять. Вы можете справиться с этой болью и жить дальше, и при этом не употреблять.
Ну от не вживати, ми з вами до ефіру говорили про те, як часто люди 100% припиняють приймати наркотики або алкоголь, якщо вони залежні. Ну, смотрите, опять-таки, как бы все зависит от того, очень много зависит, конечно, от того, в какой центр попадает человек, в какой реабилитационный центр попадает человек, и кто с этим человеком работает. Потом, в каком состоянии человек попадает. Многие центры на сегодняшний день работают над тем, чтобы помещать больного наркоманией или алкоголизмом принудительно. Не всегда это работает. Это работает только в том случае, если мы говорим о том, чтобы как-то остановить человека от употребления и как-то продлить ему жизнь на тот период, пока он будет находиться в центре. Но это не говорит о том, что выйдя из центра, больной поменяет свое мышление, свой вид на жизнь, свои ценности и так далее и тому подобное. Потому что не поменяв этого ничего, то есть если не произойдет там трансформация личности, то человек выйдет и он снова начнет употреблять. В центре, где над человеком работают специалисты, психотерапевты, социальные работники, психологи, происходит практически работа круглосуточная. И человек выходит, он уже выходит с другими ценностями, он понимает, что ему в жизни нужно и как ему жить, чтобы не употреблять. Потому как жизнь зависимого человека, она подчинена абсолютно, подчинена правилам. Если не соблюдать эти правила, то будут рецидивы. Таких правил, ну, мы говорим о 26 правилах, да, наша программа говорит о 26 правилах, которые нужно необходимо соблюдать. Да? Можно основные какие-то? Ну, одно из правил, допустим, это прекратить абсолютное общение с активно употребляющими людьми. Да? То есть, как правило, у наркотика нет ножек, и наркотик сам к человеку не придет. Но если я буду общаться с теми людьми, которые активно употребляют алкоголь или наркотики, я всегда буду употреблять вместе с ними. И это сделать на самом деле тяжело, потому что к этим людям идет какая-то эмоциональная привязка. Это моя компания, это мои друзья. Вместо пациента ни терапевт, ни мама не сделает это никого. Это задача самого пациента отказаться от этих людей. Это только он знает, кто эти люди и какую опасность они для него несут. Это одно из правил. Следующее правило, например, это не посещать там опасные зоны. То есть это места, которые ассоциируются с употреблением. Да? То есть у молодежи это чаще всего там дискотеки, клубы, где чаще всего происходило употребление наркотиков. И там, где трезвым, в принципе, невозможно находиться. Мы своим пациентам даже иногда говорим о том, чтобы разные такие, на первое время, когда они еще недостаточно твердо стоят на ногах, чтобы они избегали какие-то там даже домашние праздники в виде там дней рождения, свадеб и так далее и тому подобное, чтобы не было вот этих вот провокаций. Ну, и таких правил на самом деле, ну, я говорю, 26, постепенно. Тобто їх достатньо? Да, їх достатньо много. Їх достатньо много, і поймите, що ці правила, вони написані самими ребятами. Це зрозуміло. Все ж таки, і чому такі люди зриваються, і чому все ж таки настають ці моменти, коли повертаються до вживання? Ну, чаще всего, от как показывает, допустим, вот наш опыт, да, вот у нас в последнее время были ребята, которые сорвались, ну, у них было там 7 лет у одному мальчику, второму мальчику 4 года ремиссии и произошел срыв. Во втором и в первом случае, как бы история ребят абсолютно разная, но во втором и в первом и во втором случае, как правило, это, знаете, как происходит? Это такой некий уход от ответственности. Ведь наркомания и алкоголизм, это ж, знаете, как раньше люди думали, что это самоубийство, что это прыжок с 10 этажа. Это не совсем так. Наркомания и алкоголизм, это прыжок где-то так этажа с 3-го. Я выпадаю с 3-го этажа, я точно знаю, что я получу травму. У меня я ломаю ногу или руку,
и при этом я перестаю участвовать в жизни. Я сижу там в инвалидном кресле, там, или с переломанной рукой, или еще на костылях и так далее и тому подобное. Жизнь проходит мимо меня, но я при этом в жизни не участвую. Но я как больной, я нахожусь в центре внимания этой жизни. Это бегство от ответственности. Я говорю, что в первом, что во втором случае у парня, он работал в Киеве, у него была очень большая ответственность, и ехав с Киева в Днепр, он уже точно знал, что в Днепре он приедет и начнет пить. Он начнет пить, потому что слишком много на него навалилось. Второй парень, он приехал из Польши, и вдруг сразу появилась там жена, теща, надо было решать квартирные вопросы и так далее и тому подобное. Он сразу ушел в наркотики, потому что он не хотел этого решать. Хотя что у одного, что и у второго, достаточно уже было как бы вот, ну, социальная жизнь обустроена. Но ни один, ни второй не захотел справляться с ответственностью. Это просто бегство. Но при этом, при всем, они ж как бы остались в кругу этой семьи. Ви говорите, хлопці, ну там парні, да? А якщо там, ну, по гендерним цим розподіленням, да, хто більше, не знаю, підлягає, да, оцим спокусам? К сожалению, в последнее время женский алкоголизм и женская наркомания, конечно, растет. Много девочек, именно молодых девочек, которые попадают в алкоголь. Причем это, знаете, легкие алкогольные напитки, типа пива, вино, слабоалкоголка и так далее. Да. И очень много, ну, я уже знаю нескольких девочек с диагнозом именно конкретно пивной и винный алкоголизм, которые не принимают 40-градусные напитки, а принимают только этот легкий алкоголь. Да. Вот. Но, конечно же, ну, а в основном своей, как бы, это в основном ребята. Ребята молодые, но как бы такие они более резкие, более дерзкие, и экспериментировать на своей жизни у них как бы вот больше есть, ну, так вот, желание, чем у девочек. Ну і про жіночий алкоголізм, да, що він не лікується. Це стереотип чи зараз? Ну, все лечиться. Ну, що значить? Да, звісно ж, він лечиться немножко по-другому. Він лечиться чуть-чуть по-другому, тому що жінці, може бути, потрібно дати більше тепла, більше ласки, більше розуміння, ну, як і в житті. І все. Ну, с ребятами можно более жестко, более конкретно. Просто как бы психика женская, она воспринимает информацию иначе, чем психика мужская. Если мы с женщиной работаем через эмоции, то с мужчиной через логику. Вот и вся разница, а так, в принципе... Все то самое. Да. Ну и таке останнє запитання. Все ж таки, от, куди от вас, нас зараз дивляться, вас чують, куди звертатися, якщо що? Ну, ми знаходимося по адресу Лабораторная 35А, город Днепр. Наш центр работы с зависимостями Андрея Шаповалова, программа, которую я сегодня создал, это программа трансформации личности. За 22 года своей работы я собрал, ну, как я думаю, да, максимально полезные, максимально удобные практики работы с этой проблемой и применяю сейчас в своей программе. Дякую вам дуже, бажаю вам успіхів у вашій нелегкій роботі. Шановні телеглядачі, ви все почули, не зволікайте, не зважайте, бігом збирайте своїх рідних, говоріть з ними, і тому що, ну, ваше життя в ваших руках. Будьте здоровими, будьте щасливими, гарного вам початку тижня. І якщо ви хочете все ж таки вжити алкогольних напоїв, почекайте 20 день з того моменту, як ви вживали попередньо. І не хворійте. Дивіться телеканал «Відкритий». До побачення. Спасибо.